Всем привет, я сегодня Димон. Я решил записать видеоролик про свою собаку, Харлика. На основе этого видеоролика беру с Харликом. В следующем видеоролике я новый хочу другой записать. Я запишу про свою другую собаку, Багира. Как вы понимаете, я не могу сразу вести двух собак и записывать видеоролик. Я пока решил писать про одну. Была бы у меня старушка палка, я показал бы и Харлика, и себя. Я могу себя показать, но это главный герой он, а не я. Так что я буду показывать его. Да. Кстати говоря, погода у нас не ахти, он дождь сильный прошел недавно, а? Так что мы вышли, если погулять, а? Пока дождь опять не пошел. Так что да, вот такие вот дела. Дуля, классная собака, но бывает иногда. Наглый, это капец просто, а? И когда подмашанчат они, Багира и он, и блин, фигом откажешь, реально, а? Багира лапу ложит себе на ногу. Харлик прыгает на ноги и просит, да? Так смотрит глазами своими, что, блин, невозможно им отказать. Он сейчас, Харлик, траву ест, да? Вообще, честно говоря, не понимаю, для чего они траву едят. В принципе, ладно. Да, постоим, подождем, пока он траву поест. Поговорим про него. Про такую наглую дулю. А кстати, я недавно видеоролик записал, но вы, наверное, видели, как я ходил со своей семьей на море. Там не было звука, потому что я забыл выключить из селфи-палки наушник. Я же первый раз в нее записывал. Не знал, что из этого звука не будет. Я там много говорил много чего. Как мы на шашлыки жарили там, как там красиво, погода классная, как мы там купались, ну, в описании я написал. Почему не было звука, из-за чего. Че, Дуля, пошли дальше, пошли. Не, Дуля, не туда. Мы с тобой не туда идем. Вот, не туда, Харли, это вот непослушная. Я говорю, другое место, а он хочет сюда. Все, Дуля, пошли. Давай, быстрее. То хозяина уже еще одна пришла. Да, пошли. Давай, вперед. Лентяй такой. Пошел так. Так, маленький видеоролик, минут, наверное, 4-5 запишу этот. Маленько, Харлика. Это просто скоро телефон разрядится, а. Пошли, дури, давай. Здесь всякие машины ездят, да? Он их боится и шугается, да? Особенно, когда в какой-то траве наркоманской, блин, повазит, потом начинает всего бояться, да? Серьезно вам говорю. Ну, не знаю почему, но у меня так это и бывает, серьезно. Так вот. Так, Дуля, что там такое? Чего вы нашли, а? Вот Дуля, а. Вот наглая. Так, ну что, а, понятно. Вот здесь так шумно, машина ездит, ни хрена не слышно, а. Так, Дуля, идем. Идем. Ты же главный герой этого видеоролика, не я. Так, вот такие делишки, Харли, да-да. Ну, правда, еще не могу говорить бы, а. Все было бы четко. Мы сейчас идем по улице Берлугольная. Видите? Вот. Мы идем до моста, до факела идем. Ну, кто не знает, это факел находится в городе Туапсе. Да, ай, собаки, а. Как обычно. Отрубочные собаки, а. Да, иди нафиг, а. Так, Дуля, все, идем. А то погода пока более-менее, надо быстрее сходить погулять и домой идти. Не, Харли, куда мы с тобой не пойдем? Извентиляй, серьезно. Нашу банку. А, если лучше сказать, приятного просмотра. Да. Хорошо, вот так вот. Так, Дуля. О, бы я с этой палкой реально себя показал бы. Там собака внизу задолбушная. Вон еще наверху собака задолбушная бегает, да? А, задолбушная, заклёбывает, а? Так, Дуля, идём вперёд. Ага. Так, да иди ты в попу, а. А, видите, какая задолбушная, так. Сейчас улица Интернациональная. Находимся. Видите, у меня телефон чуть не разрядился. Ну, на этом наш маленький видеоролик заканчивается. Потому что дальше мы очень долго будем идти, а у меня уже телефон, как видите, разряжается. Вон там собака, еще одна мелкая. Подолбочная, машина поехала. Да, это что-то гавкаешь, а? Зараза мелкая. Так, Дуля, что ты, он хочет напасть на нее, а? Не знаю.
подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. Всем пока, приятного дня.